Мощный взрыв, который накануне днем прогремел в гаражном массиве по улице Ломоносова примерно в половине второго дня, напугал жителей сразу нескольких районов Абакана. По свидетельствам интернет-пользователей, он был слышен за километр от места ЧП. Взрыв был очень сильный, дом заходил ходуном, было ощущение, как при землетрясении, вот такой просто однократный очень сильный взрыв. В результате взрыва газа разворотило гаражи, одна машина сгорела, другую завалила обломками, частично разрушено еще несколько строений. В настоящий момент известно то, что два гаража разрушены полностью, третий поврежден. В настоящий момент идет обследование домов жилых, которые напротив места взрыва было. Сейчас обследуют, они осматривают, определяют повреждения с фасадной части вот этой. А ударная волна оказалась такой силой, что в двух многоэтажных домах повылетали стекла. Больше всего пострадала однокомнатная квартира, на которую, похоже, пришелся основной удар взрывной волны. Лоджию на первом этаже буквально разнесло в куски. У хозяев пострадавших квартир теперь один вопрос – кто возместит им ущерб? Восстанавливать будем. Что еще делать? В первую очередь окна, чтобы тепло как-то сохранить в квартире. А дальше балкон. Но будем надеяться, что виновные найдутся. Может, возместят хоть как-то. Экстренные службы прибыли на место ЧП через считанные минуты. Кинологи с собаками искали под завалами людей. Обошлось без жертв. Незначительно пострадал лишь пенсионер, который в момент взрыва выгонял свою машину из гаража, расположенного рядом с эпицентром. Проезжал мимо, и сзади взрыв сильный. Я в машине как сидел, меня выбросило, взрывной волной выбросило с машины. Ничего не помню. Все в тумане, все. Взрыв сильный был. Спасатели расчищали завалы до позднего вечера. Причина ЧП – взрыв газовой смеси, которая образовалась в результате утечки из баллона. Водитель Митсубиси пытался завести машину из квартиры с помощью брелка автосигнализации. Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.